Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, Серега, стаканчик, фишмен, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня очень много сиреноголовых, и не только они будут, будут разные монстры Хендерсона. Мы должны будем убегать, ну не просто убегать, а убегать на разных автомобилях. Если пьете кушать, приятного аппетита, а мы еще не знаем, что с этого получится, но сейчас, надеюсь, вам понравится. То главное, не останавливаться и всегда наваливать. Я машину приподнял, смотрите, как круто смотрится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Осталось 7000 подписчиков до миллиона. Спасибо всем, кто подписывается. Очень быстро все проходит, и скоро будет у нас золотая кнопка. Всем спасибо. Пацаны, вы едете к ним? Да. Давайте я поеду тоже к ним. А, они мне мало активны, пока мы к ним не подъедем. Ну, поехали тогда, ребята, ну что? Да смотри, какой псих. Я тебе сейчас машину удалю. Потихонечку, не спеша. Да, сиреноголовый деревянный, он ходит. Выслеживает пацанов. Так, потихоньку. Я прям перед ним прохожу. Да я вижу, он тебе что ничего не делает. Я у тебя на ледяных очень большая надежда. Ой, он уже рядом. Ну, он очень медленный. Так, я начну. Интересно наблюдать, когда вы уже будете сливаться. О, уже убили одного дерева. А, у меня камера в руках. Серега, меня сейчас тоже убьют. Быстро, 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 задним ходом. Ребята, смотрите, что происходит. Очень круто, я не сдамся. Блин, ну машина дымит моя. Давай, Дима. А-а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 
Димас, а я живой. Он меня сожрал. Ах ты, обжора вонючий. А меня не съел. Я успею ехать? За мной. Машинка, газуй, пожалуйста, просто газуй. Он в знаке застрял, и это очень хорошо. Так, я вижу, что там пацаны бегают. Ого, я вижу, летит, летит. Прикольно, получилось выживание с сиреноголовыми. Сейчас я еще разных буду. О, газуй, 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 на всю надо. Он сзади, их двое. Да, надо с шифтом тут нажимать. Димас, меня чуть сиреноголовые не съели. Они это нагрелись на стаканчике. Ну, меня вот... Что хотел сказать, ребята, если вам нравятся такие режимы, которые мы придумаем, плюсик в чат, и мы будем знать, что надо сюда выдумывать что-то новенькое, не надо снимать одно и то же. Я бы поставил вот прям сейчас разных. Так они ж между собой начинают драться, эти челепиздрики, блин. Вот это я валю, просто валю. Они сзади вдвоем. Они не останавливаются. Мне кажется, надо... Знаете, что делать? Вот, на него переманить. Вот, отлично. Можно движок немножечко остудить. Фретин сидит там себе в машинке. Звук движка оцените, а? Старая техника, 60-е года. Ты чё, не 40-е. Ранишь, а? А ну и... Написано? Да, 50-е года. Наглохла моя машина. А давай, где вы, пацаны? О, моя машина старая, я сейчас в нее сяду, я еще на ней повыживаю. У нее колеса поломанные. Сережка, ты где? Я здесь, в синей машине своей. А два встретимся возле этой, где 4 гаража. Еду туда. Давай, будем выживать. О, это ты? Нет. Опять я задним ходом. Газуй, надо просто... Ее несет как сволочь. Меня сожрали, блин. Знаете, что прикольно? Я ехал в кабриолете, они меня просто взяли и вытащили с машины. А садись. Вот давай, Фокси, поехали вместе. Я тебе покажу, как надо выживать. О, Серега, вот я, сзади тебя. Да я вижу. О, у тебя прикольная тачка. Да. Мне нравится. Вот они бегут. Они где, пацаны? Они за вами. Я прям на них еду, Димас. Давай. Ого, ты прыгаешь. Блин, мне так нравится, я тоже хочу. Ой-ой-ой. Еще разгончик, прыжок. Классно получается. Я вижу, за кем-то гоняет. Убили, убили стаканчика. Хороший был человек. Стоим. Интересно, заметит он меня? Надо вот так стоять на... Серега, он за тобой гонится. Я вижу. Опять сожрали. Блин, я пока за тебя палил, меня убили. А я живой. Я да? Открываюсь. Блин, надо мне машину тогда другую взять. О, вот. Вот машина, которая меня спасет. Вот эта техника. Так, я вижу. Серега, это ты? Да. Я на броневике. О, тебя съели. А, нет, это крошка-крошка сели. Я живой.
меня натаранили. Да пошел ты, щенок, смотри, хотел меня высмыкнуть. Сережка, тебя не убили? Я живой, нет, я живой, я просто всегда в движении. Молодец. Я тоже потихонечку на броневике. Серега, я на себя отвлекаю. Получилось, получилось. Я жертвую своей жизнью заради тебя, Сережка. Спасибо. Давай, броневик, ты можешь. Очень прикольные кадры получаются. Но меня не догонит, мы же профессиональные гонщики на броневике. От говна. Сережка, прощай. Я заради тебя это сделал все. Я за тобой сейчас приеду. Да все, я сдох. Я сдохла. Я успел уехать. Давайте проверим, может сейчас этот все-таки заработает этот кабан? Нет, не работает. Почему? Садись. Сейчас, сейчас, Сережка, подожди. Подожди. А какую ты взял, Серега, машину? А, у нас же не работают самолеты. А, меня убили! Серега, сейчас я к тебе сяду, сейчас. А, еще раз сожрали. Сейчас я полечу к тебе и сяду. Лечу, лечу, стой, Сережка, лечу, лечу. На скорости сяду, смогу. Так, ребята, мы Сережка выживаем. Давай, Серега, покажи, на что ты способен. Прикольно, прикольно. Мы, кстати, еще так не играли, что за рулем. Аккуратно, аккуратно, он меня еще убьет. Хорош, хорош, Серега. Наваливаю. Посмотрим, изменил ты свойства машины или нет. Чуть-чуть. Не, молодец, чуть-чуть не изменил. Убили тебя? Не возьму, не возьму. Серега, я в тебя верю. Ты ментовский разворот по красоте. Дрифт. Дрифт от Сереги. Shift не отпускаешь, да, я так понимаю, иногда. Да. Ты движок же тоже. Ох, как подвеска работает у нас. Давай, давай, давай. Серега! Да как? Счастливая машина у Сережки, красава. Просто надо рулить и двигаться. А подвеска отрабатывает на 100 тысяч долларов. До этого момента. Ауч. Давай, давай, ты сможешь. Смотри, оторвались. Молодец. Короче, меняем тактику. Я хочу другую. Были сиреноголовые. Давайте теперь немножечко изменим. Пацаны, сейчас будет жестче. По одной простой причине. Потому что я поставлю летучих мышей. Ого, что творится. А у тебя, Серега, я к тебе сажусь, поехали. Отключился. Ого, там они мочат. Надо мне машину быстрее брать, пока они ко мне не добрались. Машина с Half-Life. Машина с Half-Life. Машина броневик. О, хоть что-то. Ой, она такая блестящая какая-то. Хромированная прям. Почему такие отражения? Я не знаю. Ого, нифига, чё тачку. Пора, пацаны, меня сваливать, пока они... Мочите их! Давайте, война в конце. Машина реально быстрая, подвеска немножко скрипит. Серега, я вижу... А, это не ты, то на броневике кто-то, у него все светится так. Ой, красава. Ты ж меня только не мочи. Опа. Опа. Давай, вдвоем, полетели. Ого, их сколько сзади. Напасть летучих мышей. Я shift прожимаю, давай, кто быстрее. Ого, ты не отстаешь ни капельки. Ой, ой, фейл. Что такое происходит? Ой-ой-ой, давай-давай, я смогу встать, я смогу. Опыт, опыт водительский. Давай, летучая мышь, бей. Да не меня, машину. Ай, ну ладно. Flyer Gun, это неинтересно. Мины. О, монетка, Серега. Давай. Я успел убить своего. Да блин. Надо валить, надо свалить, попробовать их монеткой помочить. Мне кажется, их монетка тоже брать не будет. Ну, проверим. Те эти подлецы, нате. А монетка не долетает, наверное, туда. Ого, взрыв. Ого, я ничего не вижу. А что, просрала, что ли? Да вы не умеете бомбы взрывать. Какие-то вечно говня... О, это было тоже красиво, но это не то. Это ты чё разбрасываешь, Серега? Нитроглицерин. Нитроглицерин, Димас. Ой, нормально бомбочки заходят.
Ух ты! Кого-нибудь. Да чуть никого не убивает наши бомбы. Все в огне, все в шарах, все горит, а эти челики живые. Ну, ого, как красиво это все смотрится, мне очень нравится. Бомбы классные оказались, мы их, кстати, никогда не взрывали. Ой, он, падла, прилетел ко мне сюда. Димас, я взрываю. Давай, вылетит так вылетит. О, это ядерка берет. Ух ты, обугленный трупейшн. Что творится? Я просто давайте не буду возрождаться, просто понаблюдаю. Ого. Ничего себе, оно все ярко. Еще взрывается что-то. Это ты сжахаешь? Ого, это мощно, кстати, была ядерка. Ну, Серега, ну, что-то не то. О, давайте, знаете, что мы не взрывали давно? Посмотрим, как на этой карте это будет. Очищаю. Просто взорвем эту бомбу. Ого. Пройдет, надеюсь. Всех убил. Успею? Серега, я так хочу на эту красоту посмотреть. Давно мы не видели. Ядерную, этот, лавовая бомба. Смотрите, как волна идет. Она просто все уничтожает на своем пути. Даже с шифтом на максимальной скорости она мне все равно дамажит. Во, вся карта, да, короче, горит, нет? А, я все. Я помню, как она из-за нее у тебя вылетала. А все уже, как-то оптимизировали, вообще не лагает ничего. Все идет четко. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, всем пока!